Здравствуйте. В эфире программа «Право знать». Затянувшийся тяжелый кризис Греции. То, что произошло сейчас на Кипре. Вы знаете, даже вот, любопытно все-таки, вот, Геннадий Петрович, даже вот это убийство, самоубийство, смерть Березовского, такой, скажем, урок, моральный урок для толстосумов Украины, все это, мне кажется, сегодня позволяет нам с вами поговорить об экономике Украины. Что вот у нас сходного, какие различия, как нам жить на Украине для того, чтобы, возможно, избежать вот этих трагических ситуаций, которые произошли в Европе. Очень интересно, с вашей стороны произошло такое замечание, что действительно Украина стоит в одном ряду с теми государствами, которые можете позволить такую роскошь, как выставить на посмешище все свое мировое имя и авторитет. И ведь пострадало это не само государство Кипра, не элита кипрская пострадала, а пострадал простой народ. В итоге, потому что увеличится безработица по прогнозам до 20% за этот год, 13-й. Произойдет на Кипре падение валового внутреннего продукта, предполагается. Очень серьезное, существенное. Предполагается увеличение суверенного долга кипрского, а ведь эти 10 миллиардов, о которых мы с вами говорим, которые выделяет в начале мая Еврогруппа в составе МВФ, Европейского центрального банка и Европейского союза, их нужно будет возвращать. Это не просто помощь одноразовая. Все те страны, те экономики, которые ведут себя как паразиты, а наше государство можно сравнить, вернее, правящую элиту нашу можно сравнить паразитирующим на теле украинского народа субъектом, они приходят к трагическому, печальному такому же концу, как и Кипр, который является в череде цепочки других европейских стран, которые тоже имеют или преддефолтное состояние, или состояние суверенного дефолта. Ну, вы знаете, Геннадий Петрович, я хотела бы вот подтверждение, может быть, ваших мыслей, может быть, потому что так вот привыкло руководство страны, ну, правящая вертикаль, так скажем, привыкло говорить о том, что уже стало лучше жить, уже все там у нас, жизнь стала лучше, интересней. Веселее, да, жить стало веселее. Но мне хотелось бы процитировать, вы знаете, вот этот, я в руках держу журнал «Фокус», тот, который был изъят из всех киосков, потому что он слишком откровенным оказался. И вот здесь есть такая статья. Маленький, может быть, абзац я хотела бы прочитать, потому что меня лично это просто потрясло. Может быть, потому что впервые прозвучала правда. Это Николай Азаров, премьер-министр, из выступления на очередном заседании Кабмина, где была рассмотрена и в целом одобрена государственная программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Авторы документа констатируют, и вот дальше идет вот правда, которую мы, может быть, не слышали, которая достаточно серьезно звучит. Констатируют, что объемы промпроизводства снижаются несколько месяцев подряд. В частности, падение машиностроения по итогам 2012 года составило 6%. В сельском хозяйстве спад на 4,5%. В строительстве обвал 13,8%. Сокращение производства отражается и на динамике налоговых платежей. Бюджетный план не выполняется. Прирост поступлений по итогам года составил лишь 1,8%. И для сравнения приводят, что в 2011 году объем налоговых поступлений подскочил на 56,8%. Но это в 2011 году, а сейчас 1,8. Инвестиций тоже нет, рейтинги инвестиционных привлекательности Украины падают. И вот эта вот правда, которая прозвучала, вы знаете, она для меня была ошеломляющей. Потому что вот то покращение, о котором все говорят, в сравнении с тем, что творится на Кипре сегодня, той же Греции, как вот это охарактеризовать? Мы ведь на грани получаем?
Об этом известно было очень давно, порядка полутора лет. Ведущие экономисты, украинские эксперты отмечали это все в специализированных изданиях. А на широкую публику, конечно же, это практически не доходило. Но интерес всего этого вашей цитаты для меня состоит в том, что если мы сравниваем, проводим параллели с Грецией и с Кипром, то, по-моему, очень точно вы подметили, что состояние Украины оценивается как технический дефолт. У них уже дефолт или суверенный дефолт, а в Украине технический дефолт. То есть это кризис неплатежей. Все друг другу должны. Банковская система не может кредитовать, так она должна кредитовать в основном промышленность, экономику, сферу услуг и торговлю, потому что существует кризис невозврата, очень высокий процент. Бюджетное государственное кредитование разворовывается, потому что идет очень сильная тенизация экономики, и порядка 55-60% достигают откаты, так называемые, в том числе, которые мы знали, были на евро-2012. Страна доведена до уникальной ситуации, когда около 58 миллионов гривен дефицит бюджета государства Украины, что составляет не просто цифру, которая превосходит возможное уникальное достижение Украины, если произойдет поднятие валового внутреннего продукта, то есть страна начнет расти как на дрожжах благодаря какой-то улучшившейся внешней экономической конъюнктуре. А вы знаете, что у нас основную долю составляет экспорт металлургии и химии, то, что мы зарабатываем. Однако же мы видим, что тенденции в мире экономические, особенно в европейской зоне, все больше и больше становятся похожими на неутешительные. И выживают только те государства, в которых государство не является вот таким вот паразитом, которое предусмотрительно сделало себе подушку безопасности, которое провела реформы внутренние, которые пусть являются болезненными, но позволяют избежать вот этих резких переходов от, будем так говорить, от пятого экономического уклада к шестому, к которому сейчас переходит весь мир, в первую очередь Европа. Так как мы живем в глобальном мире, мы очень сильно взаимосвязаны. Все тенденции, которые есть в мире экономические, они должны или восприниматься, или мы останемся на обочине. Вот там, где Кипр находится сейчас. Ведь не секрет, что Кипр жил за счет того, что 70% валового внутреннего продукта, то есть всего того, что вырабатывается в стране, комплексно, и услуги, и товары, и продукция, бралось благодаря тому, что они себе позволили такой роскошный режим, как называемый офшорный, вольная гавань для капитала, и 70% доходов шло с этой отрасли. И только остальные 30% оставалось на туризм, сельскохозяйство и очень незначительно на энергетику. Соответственно, модель Кипра, она показывает Украине, что так поступать не имеют права социально ответственные и государства, которые планируют быть независимыми, самостоятельными. Ведь Украина имеет тоже перекос, большой баланс в финансах своих и в экономике. Когда мы знаем, 40% экспорта составляет металлургия, 15% химия, там 10% сельское хозяйство, а остальные отрасли, не являясь конкурентоспособными на мировом рынке, влачат жалкое существование, потому что для них никаких программ для их развития, для их реинкарнирования ни государство не приводит. И вот то, что вы сейчас сказали, как раз очень точно ложится в следующую канву нашего рассуждения. Если действительно государство не будет жить по средствам, а это себе позволяло не только Кипр, а еще другие 5 государств, а именно Ирландия, Португалия, Испания, Италия и Греция, то очень большие проблемы возникнут у Украины в ближайшем будущем, а именно, по предположениям ведущих экономистов, в самом лучшем случае мы дотянем до осени. Как бы это ни звучало, может быть, трагически, я не хочу никого пугать, но искусственно происходит поддержка курса. Достаточно искусственно натягиваются эти налогоплатежи путем вымывания оборотных средств в предприятиях, то есть выплачиваются авансом и прибыль, и другие платежи выбиваются, вы знаете. Дай бог, что только выбивались, но ведь мы имеем не только самую крупную практически в мире степень налогообложения нашего бизнеса, а именно изымается в белом, в прозрачном смысле слова 57% изымается из дохода предпринимателя, так еще и теневое давление существует, вы знаете, проверяющая служба не дает спокойствия никому. Главное, что это наперед, да, изымается. Да, хотя в Европе средняя стандартная цифра усредненная 33%. То, что доказано Шумпетером, это цифра, которая позволяет экономике развиваться и думать на будущее, накапливать на моменты кризисные, которые могут встречаться, как это обычно, согласно Волн Кондратьев, это неизбежный процесс, 70-летний перестройки, перезагрузки экономики. Но
наше государство, наша элита правящая, которая возглавляет его, об этом не думает. Оно думает, вы знаете сами о чем, о перераспределении доходов в пользу семьи, о перераспределении потоков в пользу приближенных олигархов. Таким образом, обескровливается средний бизнес. Малый бизнес, можно сказать, что он практически скрылся в тени. И тенизация малого бизнеса доходит до 90%. А в целом экономика резко рванула в тень. И с докризисных 30-33% сейчас не менее 55% находится экономика в тени. Вот это нас и спасает. Пока. И по всем характеристикам идет резкий спад. Ну вот скажите мне, как это можно, в общем-то, соотнести? Я просто переворачиваю страницу этого же самого журнала. И вы знаете, тут не менее ошеломительные вещи просто, потому что, ну как это все можно соотнести? Страница называется «Дорогой наш президент». В прямом смысле «Дорогой наш президент». 7 миллионов гривен потрачено на капитальный ремонт ограды резиденции Залесье. Укладка 16 километров сверхпрочного асфальта на трассе Киев-Вышгород-Десна, которая ведет от Киева в резиденцию Межгорье, 50 миллионов гривен. 290 миллионов гривен – стоимость строительства вертолетной площадки на парковой дороге в Киеве. 7,5 миллионов гривен – годичная стоимость аренды вертолета, который принадлежит, обслуживать должен президента. 343 миллиона гривен – реконструкция государственных резиденций в Фаросе и Массандре. Вы знаете, я могу читать, читать и читать и читать, волосы дыбом встают. И вот здесь сноска. Куда бы могли бы потрачены быть эти деньги? 800 миллионов гривен – не хватает на строительство жилых объектов по программе обеспечения молодежи жильем. 400 миллионов гривен на строительство метро на Троищине там в Киеве, один из самых густонаселенных спальных районов столицы. 50 миллионов гривен на выплату задолженности по зарплатам учителям и медикам Житомира. 40 миллионов гривен не хватает до полной закупки лекарств для детей, больных онкологическими заболеваниями. 150 миллионов гривен на выплату задолженности по зарплатам бюджетникам Харьковской области. 240 миллионов гривен – сумма, недостающая для полного обустройства противотуберкулезных учреждений только в Киеве. 609 миллионов гривен на санаторное лечение детей, больных туберкулезов, подростков с соматическими заболеваниями. Вы знаете, вот я когда это все читаю, я думаю... А вот все-таки, как же быть? Вот мы живем в стране, где постоянно идут разборки Верховной Рады, блокирование, нерешение каких-то своевременных вопросов по законодательным позициям. Как быть, когда у нас все работает, все население Украины, включая пенсионеров, все работают на несколько семей только. Неужели мы все-таки и так будем дальше жить? Я думаю, что до того момента, как в Украине не наступит час X, а именно, вот, именно дефолт не будет объявлен, то никто не будет пальцем шевелить. Всех устраивает, элита устраивает. Но для того, чтобы начались изменения, необходим консенсус элит. После консенсуса элит должна произойти перезагрузка власти в виде политической реформы. И после этого начнутся те необходимые экономические, политические, социальные реформы. Кстати, о которых мы все очень удивились, наше экспертное сообщество, когда узнали, что президент страны в 2010 году объявил 6 июня, сколько я помню, 2010 года, программу экономических реформ и социальных. Это была очень интересная мысль, 21 реформа. Правда, мало верилось, что можно сразу начать комплексно, сразу все 21 реформу. Хотя бы высказывались предположения, что лучше начать с 2-3 реформ, показать их действенность и продуктивность, чтобы население поверило. Ну, начали с пенсионной. Кроме того, что повысили пенсионный возраст, ни к чему она не привела. Ну, конечно, поддержку в обществе получить, и можно было бы тогда пойти на то, что вы сказали, на непопулярные меры, но для этого нужно было не устраивать первое время чумы, которые вы привели примеры, а государству быть ответственным, да, ответственным и руководству государства проявлять вот этот государственный подход к делу. Ведь все не унесешь с собой на тот свет, в конце концов. Но, тем не менее, вот эта мораль
награбленное и так далее превозобладало, и сейчас отбирается бизнес, вы знаете, очень сильно, а капиталы бегут в любые офшорные юрисдикции, в первую очередь бегут на Кипр, потому что там самое низкое налогообложение, 10% прибыли, и практически ноль со всех остальных доходов, очень сложно понять конечного бенефициара, это преимущество Кипра. Кстати, Кипр останется работать, он будет жить, и наши олигархи там будут продолжать держать свои основные средства, потому что уже они привыкли там находиться, и понесут, конечно же, убытки, но тем не менее, как говорится, мир не сойдет с колес. Но вот что касается Украины, здесь очень опасная ситуация. Пока она спасает, я уже говорил, теневая экономика. Но это до поры до времени. С одной стороны, государство сейчас взялось за борьбу, по крайней мере, провозгласило борьбу с коррупцией и борьбу с теневой экономикой. Создается финансовая полиция. Провозгласила, да. Финансовая полиция сейчас объявлена, реорганизация всех спецслужб. Но которые... она же опять закольцовывается на президенте, идет конечно, финансовая полиция под прямым руководством президента. Ну, если говорить, ну как в этой ситуации? Вы опережаете мою мысль и говорите о том, что предполагается в случае серьезных потрясений в обществе, а потрясения социально-экономически неизбежны, это не нагнетание никакой истерии, это объективные процессы, о которых мы с вами говорим, падение жизненного уровня, верхи уже не могут управлять по-старому, они не собирают налоги, падение промышленного производства, вот я вам скажу даже две цифры, январь-февраль уже на 6,6 миллиардов увеличился государственный долг, то есть все показатели плывут. Плывет сальдо платежного баланса, мы на 18 миллиардов у нас и экспорт с импортом не бьет по итогам прошлого года. То есть очень серьезное отставание. Увеличится государственный долг, снижается реальная заработная плата, то есть мы становимся неконкурентоспособны, так же, как, кстати, киприоты, которые, ну, киприоты по другой причине, у них высокий уровень жизни получился и высокие зарплаты из-за того, что легко доставались деньги. И экономика, зачем думали конкурировать, зачем развивать экономику, если и так все хорошо, все легко дается. Но вот после такого пира произошло отрезвление очень суровое. Это сдулась финансовая пирамида, очередная европейская. И вот таким образом мы с вами тоже к этому подходим. И неизбежно или государству придется в лице президента объявлять диктатуру, де-факто или де-юре, как угодно, или же объявлять свои, с помощью конституционной реформы выборы в парламенте президента, с помощью голосования... Значит, просто крупнейших семей, промышленных и других семей. Но это же может привести к нескольким там срокам на посту президента, да. Януковича. Да, дальше да, возьмет, конечно, его сыновья могут отправить, конечно, это предполагается. Потому что ни одного, по-моему, президента нет в мире, во время правления которого бы сын стал миллиардером, это уже да, не смешно. Да, у нас мы бьем рекорды, конечно. Но, тем не менее, тенденция такая, очевидно, она прослеживается, и неизбежно вот усиление репрессивного государственного аппарата, неизбежно отток, то, что вы говорите, инвестиций, и, вернее, не приток, в том числе Кипра, вот сейчас будет очень серьезный отток инвестиций, потому что если было по прошлому, по 2011 году было порядка 6 миллиардов, то в этом году уже было меньше 5 миллиардов, а на этот год планируется на 13 вообще 4 миллиарда, а с учетом кипрских событий еще меньше, наверное, будет денег. Но на самом деле выход из этой ситуации, конечно же, есть. Я предвосхищаю ваш вопрос, как же быть. Правительство реформаторов, которое должно прийти навстречу, неважно, какое оно будет, там праволиберальное, социал-демократическое, там левоцентристское какое-то еще, или просто чисто либеральное, но оно знает, любое современное правительство национального доверия, которое будет использовать прогрессивные, известные во всем мире рецепты, оно достаточно быстро может экономику остановить ее падение и стабилизировать ситуацию, и начинать выводить ее из тени, в первую очередь, и во вторую очередь. Вот об этом мы чуть попозже поговорим. Да. Но вы знаете, мне бы хотелось все-таки, чтобы вы прокомментировали вот какой момент. Сейчас ведь зарегистрировано, если мне не ошибает память, два законопроекта в Верховной Раде, которые уже как бы накладывают большой 30%, по-моему, даже налог на валютные сбережения в банке. Да, есть законопроект, который 25%. Вот это не к Кипру-то и подбирается, но не к этой ситуации. Я думаю, что, смотрите, это, наверное, все-таки будет неизбежно сделано в стране, потому что денег просто уже неоткуда брать. Будет брать деньги у среднего класса, который тоже уже уничтожается, растворяется, выезжает за границу, куда угодно, переходит просто... Бегут, просто переходит, бросает свой бизнес, начинает работать по найму, или просто проживает свои сбережения.
А с другой стороны, ну, это тоже непродуктивное решение вопроса. Это получается второй раз облагать то же самое, что уже было до этого обложено, когда человек получил эти доходы. Это раз. Во-вторых, я знаю, что зарегистрирован законопроект о том, чтобы убрать возможность обращения в банковском секторе валюты населения, то есть все перевести в гривну. И третий момент – это ввести налог, разные были ставки, там планируется от 5 до 15%, налог на обмен валюты. Все это не создает почву для привлечения средств, не создает почву для роста экономики. И чем больше зажимается предпринимательская активность и возможности населения, тем больше оно уходит все в тень. Потому что я уже привел пример в начале передачи, что есть существует такое понятие ставка Шумпетера, когда если больше 33% еще сознательно гражданин или предприниматель согласен выплачивать со своих доходов, так морально и так экономически целесообразно он видит во всем мире средняя цифра, то больше уже начинается утаивание. И начинает государство применять такие вот репрессивные методы, которые, возможно, или, скорее всего, неизбежно скатят, нас приведут к диктатуре. Потому что диктатура не только экономическая будет, но она будет еще и политическая, зажимание свобод, прав человека, осужжение и так далее. Ну, в принципе, мы уже сейчас наблюдаем по очень многим позициям зажим всех демократических начал, о чем сейчас дискуссии ведутся на уровне европейском, поскольку стоит вопрос о вступлении в Евросоюз. Поэтому требования одни, а исполнения совершенно другие. Но да, вот то, что сейчас огромное количество людей сокращается и просто остается без работы. У нас пример металлургическая промышленность, у нас примеры есть и в той же химической промышленности. Вот как с этим быть? Люди ведь действительно теряют возможность пить, есть. И если по опросу последнему люди сэкономили в 90% сэкономили на одежде, 90%. То есть они уже отказали себе в одежде. Практически ни у кого нет средств на развлечения, на посещение театров, кино, потому что это дорого сегодня становится. Я уже не говорю там, оно все в основном идет на питание только лишь. Вот такое потому что состояние, оно ведь страшно для страны. Это же пограничное состояние. Вот мы до сих пор не выбрали никакую модель развития, а та модель, которая у нас имеется, олигархическая, она не модель развития. Она модель перераспределения, она модель монопольного обогащения. И, естественно, она приводит к сворачиванию всех смежных, всех параллельных бизнесов и каких-то производств, любых там сфер услуг. Потому что все концентрируется в руках небольшой кучки людей или тех монополистов, которые на уровне города большого, на уровне области, тоже под себя подминают с помощью депутатского корпуса, с помощью лоббирования. И таким образом остальным людям уже просто свою инициативу проявлять негде. Начиная от рынков, как вы говорите, сокращается на рынках все. Просто люди бегут оттуда, потому что выдавливается все. Просто переходит, мы приходим к тому, что олигархическая модель будет заинтересована, чтобы все население становилось, ну как бы, может быть, бесправными рабами, которые просто будут получать строго свою заработную плату, чтобы им хватало только на пропитание. И то, даже это много, потому что нужно убрать лишнее население с земли, потому что прогнозы экспертов-демографов говорится, что если такими темпами будет продолжаться, то к 2030 году в Украине будет 35 миллионов человек. Земли продать. И, то есть эти люди, это компрадорская элита, она квазиэлита. Она согласна привлечь сюда любые трудовые ресурсы в мире, где вообще не существует никакой промышленности, там, где еще больше низкий уровень, куда люди стремятся, которые из стран этих стремятся в Украину, и они будут им давать еще меньшую оплату их труда. Вот, например, Украина сейчас вышла на цифру 9 копеек заработанной гривны, получается. Угу. Хотя мы знаем, что стандартная ставка в Европейском Союзе это 62 копейки в среднем. 62 евроцента на евро. Такой большой разрыв. То есть какой-то запас прочности у нас имеется, если мы пойдем этим путем. Это первое. Второй момент, это налоговое поступление в Украине 12-15, в зависимости от года, от малого и среднего бизнеса в общий бюджет. А в Европе тоже 60-65%. Вот какая перспектива роста есть. Но только нужно дать людям свободу, не мешать. Но мы сейчас поговорим еще с вами о том, какие, в общем-то, меры нужно принимать антикризисные. Но вы знаете, мы находимся сейчас накануне 1 апреля. И вот то, как, скажем, в Белоруссии, с улыбкой можно сказать, но с огорчением для населения Беларуси. Так как президент изымал валюту из страны, объявив, что на валюте, такой, которая там
иностранной валюте завелись грибки, и поэтому необходимо срочно ее сдать, иначе будут просто болезни в каждой квартире, в каждом доме. И собрали достаточную сумму валюты. Это, к сожалению, не шутка. Так вот, мне очень жаль будет, если, в общем-то, народ останется в дураках. Как-то не очень смешно получается накануне 1 апреля. А, впрочем, 1 апреля – это ведь не только день смеха, да. Это еще и день дурака. День дурака. Так что с праздником вас, дорогие одесситы! Мы сейчас, наверное, поставим точку в нашей сегодняшней программе, но разговор продолжим. У нас предстоит еще вторая часть. А как быть дальше? До встречи!